Итак, это ИСПА. Постараюсь не особо... Самые пацаны просто не могут на голосе. Сейчас осталось до конца ИСПА меньше часа. Вот, сейчас утро. Мы вчера не допроходили, сейчас попытаемся допроходить. Я нихуя не разыгранный, поэтому вероятность слива очень высока. Вот. Но как пойдет. Бля, это гол. Ну, 100% слив. Сука. Да, не успел ни поиграть, ни проснуться, нихуя. Но сейчас я постараюсь... Я еще и персонажа даже выбрать нормально не успел. Блять, они все играют слишком хорошо. Ну, это походу пиздец. Так. Это походу пиздец. Блять, ну... Ладно, первый блин комом. Так как еще есть гемы, делаю вот так. Ну и... Так, нажму паузу. Ладно, я решил не менять Фрэнка, просто пробовать собраться. Хотя я на нем не очень хорошо играю, но... Наверное, надо БМ взять после этого. Я только сейчас увидел Эмс и понял, что, блядь, надо Эмс. Сука, минус гаджет. Блядь, ну это пиздец. Так, ну сейчас, надеюсь, Карл задеф, это я сейчас попробую. Так. Так, хорош. Забираем. Погнали. Сейчас я пробую разъебать ворота. Бам. Блять, надо было гаджет применять сейчас. Сейчас пробую. Ну давай, 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 забивай, забивай, забивай. Хорош. Так, неплохо, неплохо. Надо просто подсобраться и не нервничать, стараться. Бля, зажали сильно. Так, блядь, ну вот херово, что... А где стоп? Я же... Блядь! Я настолько тупой, что я думал, что я сдох и сдал респа, блядь. Вы прикиньте? Так тупо. Так. Блять, минус гаджет. Так. Черт, вот сейчас я слился, конечно, как днище. Ну давайте, 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 давайте. Здесь они смогут сейчас забить. Понятно, что Гейл там хорошо гаджет поставил, задефал нормально. Но еще можно забить. Мне уже нельзя. Так, ладно. Разбирай. Сейчас ультую. Хорош. Так, ну первый есть. Как минимум спрейчик есть. Но хотелось бы, конечно, пройти полностью до конца. Так, и нужно успокоить нервишки. Ну, я, наверное, останусь... Нет, или попробую Эмс. Наверное, попробую Эмс. Мне кажется, так будет лучше. Где там наша... А вообще, тут должна быть Эмс, по идее. Так. Ну вот. Так, понятно, отталкивание. Наверное, вот так. Хотя нет, вот так вот, чтобы контрить танков. Вот. Хотя, возможно, стоило оставить Фрэнка. Я сейчас сделал ошибку, но надо рисковать. Так. Да, блядь, у них Фрэнк. У них Фрэнк. Это фигово. Так, мне сейчас нужно не получать пиздюлей. Опа. Опа. Так, 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 так. У нас херово, что у нас сейчас никто не может. Блять, ну это было обидно. Он потратил гаджет, но гаджет потратил очень правильно. Я просто думал, что я успею пробежать и забить. Но не успел. Надо было мне тоже гаджетнуть, оттолкнуть их нахуй. Уже поздно думать, что надо было.
Так, сейчас ульта. А он тоже ультанул, хорошо. Но у меня есть другая ульта, все нормально. Так, заходим. Опять гаджет, сука. И опять я не успел гаджетнуть. Ну, они сейчас могут, в принципе, справиться, я думаю. Сейчас. Так, надо меньше комментировать. Потому что когда я комментирую, я больше нервничаю. Блять, так. Да, блять, он хорош. Да, блять, он очень хорош. Так, он... давай, давай, хорош, наш Карл тоже хорош. Молодец, Лео. Так. Бля, убегает, паскуда. Ну, блин. А, хорошо, что вы... Как я вовремя выпустил этот самый. Это было капец сейчас. Как я вовремя пукнул. Так. Пока 0-0, да нужно идти в атаку. 30 секунд. Так. Давай, 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 Саня! Хорош! Все, это сейчас ГГ, нормально. Красавчик, красавчик. Бля, был бы хайп, кстати, я бы сейчас супер хилился. Ну, в целом, нормально. Вау, я даже... Да, Эмс на это больше зашла. 14-я победа, это хорошо. Так, и... Ну, наверное, остаемся так. А наград за поимку уже будем думать. Я бы остался так. Я знаю, что баг визуальный, но я все-таки сменю. Погнали. Да, нервничаю, конечно, очень, но сейчас, надеюсь, мы сможем нормально затащить. Вот. Так, погнали. Это должен быть гол. Да. Так, вот с последней будет сложнее всего. Ну, хотя, может, и нормально будет. Так. Посмотрим. А, я не успел гаджет применить, он меня сразу убил. У Гейла заморозка, походу. Тоже неплохо, на самом деле, чем стан. Наверное, заморозка даже лучше. Вау, только не... Ну что это такое, блядь? Ну, какого хера? Что происходит вообще, блядь? Это, походу, мне звонят. Не знаю. Блядь. Я не знаю, что случилось. Надеюсь, сейчас там бот тащил, и мы не слили этот бой, потому что мне просто вылетел, блядь, Бравл, вы видели. Просто значок Wi-Fi, и я не могу... Блядь, не дается подключиться к серверу. Что за хуйня? Пиздец. Бля, нихуя, видимо, не... Да, они с моим ботом затащили, охренеть. Ну, короче, мне пришлось сейчас переключиться на... Это пиздец. Ну, очень повезло, что победа, это капец. Просто пацаны, красавчики, респект. У меня просто что-то с Wi-Fi случилось, я сейчас начал перезагружать роутер, блядь, такие нервы, пизда. Сейчас пойду им отпишу. Короче, очень долго думали, что взять, и решил проблемы с Wi-Fi. Wi-Fi нормально заработал, все окей. Я на пчеле играю очень плохо, но я очень сильно постараюсь сосредоточиться, поэтому буду, скорее всего, молчать. Но я думал взять тару. Они мне оба предлагали пчелу. Опять же, на пчеле нужно попадать. О, неплохо, кстати. Я на пчеле плохо попадаю. Но, может быть, сейчас у меня получится. Блять, сейчас. Так. Бля, я не успел перезарядить вторую тычку, сейчас бы его забрал. Так, ну я же говорю, я плох. Я очень плох на пчеле. Так.
Поля. Так, ладно. Нужно отхилиться, не умирать еще. Блять, я хотел поставить гаджет, но сука, не успел. Так, нет, нужно собраться. На нахуй, разменялись, хорош. Ну, пока я дохну, пока да, это очень плохо. Так, ну пацаны играют неплохо. Так. Блять, мы тупо размениваемся со Спайком, пиздец. Так, ну неплохо, неплохо. Так, сейчас еще раз. Захожу туда же. Мой фланг. Так, забрал. Где спуск? Отлично, он не здесь. Так. Да, блядь, нет, 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 нет! Пиздец. А синяя звезда, все, это проигрыш. Сука, на последних секундах вы прикалываетесь, блядь? Блядь, какой я злой, сука, ну как так можно было сдохнуть? Просто отходите на базу, когда у вас фул звезды. Не, я на себя на самом деле злой, потому что я послушал и взял пчелу, блядь. Я не умею на ней играть, это пиздец. Я возьму тару, я на ней, конечно, не так уж хорош, но, блядь, на пчеле я явно плох. Я явно плох, на пчеле это хуйня. Брать мне пчелу, это явно хуйня. Могу попробовать грифа, конечно, но я тоже на нем не то, чтобы прям хорош. Честно, блядь, не знаю, блядь, очень, очень нервово. Но так сдохнуть, это пиздец сейчас, это был просто пиздец. Мы, ну, блядь, мы увидели, нахуй. Мы выигрывали весь бой. Я думал, сейчас все изи вин, но хуй. Я тогда, блядь, не знаю, где. Я пытаюсь найти Тару, не могу найти ее, и, блядь, у меня нервы ебашат. Так, надо сейчас выдохнуть, попить водички. И все-таки я попробую взять вот так. Не знаю, мне кажется, нормально будет. Но я пробую, по крайней мере. Буду стоять справа. Возможно, это тупая идея, но, блядь, мне кажется, Тара хороша. Либо нужно было Эмс брать, либо, не знаю, Кроу тут нету. Эдгар мне тоже кажется слабый. Саня постоянно вылетает, заебал. После каждой катки. Сейчас. Так, ну, наверное, продолжим так. Вот. Я взял все-таки Старку на хилку. Надеюсь, пригодится. Там дальше. Но он решил сменить на Бо. Но вообще Спайк был неплох, на самом деле. Но хуй знает. Сейчас. Меня сейчас так очко, короче, горело, потому что мы никак не можем выбрать, на чем играть. Саня извинялся, сказал, что типа в конце это он слился, потому что у него джойстик залагал. Короче, не знаю, я сейчас пробую на тике. Очень надеюсь, что мы сможем выиграть, но это пиздец. Блять, хил, 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 хил. Сука. Блять, прикалываетесь? Так. Блять, пиздец, мне походу реально тика не нужно было брать. Ай, блять. Надо сейчас просто успокоиться. Выключить свои нервы, ебаны. Так. Отхил, 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 отхил. Блять, ну... Сука, Саня, не подставляйся. А, стоп, это был не Саня, это был Лео на Ренете. Так. Так, нужно отхиляться и кинуть туда ульту. Они сейчас, понятное дело, зажались и не лезут, и правильно делают. Ну да, тик, походу, плохая идея была. Все-таки они были правы, что без тика надо играть.
Блять, нахуй я использовал щит. Блять, ну пиздец, они не могут их зажать. Саня, блять, этот набо. Нахуй, все, блять, у меня просто минус очко. Вот, блять, как вчера я сгорел, нахуй, на том поражении. Тупо на последней секунде там не хватило буквально полсекунды до последней тычки сейфа, и мы после этого еще один раз проиграли. Это была последняя ласткат, которую лас жизнь, блядь, до покупок. Я не знаю, сколько сейчас будет стоить покупка. Ну все, я покупаю, похуй. Последний раз покупаю. Тупо, чтобы хотя бы последний спрей добить. И, блядь, я не знаю, как это вытащить. Я просто не знаю. Я, блядь, не знаю. Я просто не знаю. Я могу пробовать грифа. Но опять же, гриф тоже не уверен в нем. Ладно, я как хотел попробовать Тару, я попробую все-таки Тару. Но это полный пиздец, конечно. Так, ну го, блядь. Охуенно, блин, я пока писал в Телеграме, оказалось, блядь, что они нахуй пошли в катку, потому что я забыл, ну и тут я не они виноваты, а я, потому что я забыл снять готов, я долбоеб, абсолютно полнейший долбоеб, Саня опять взял тика, хотя мы договаривались, что без тика, я не знаю, блядь, нахуй, как мы вообще так играем, но это полный пиздец. Мы сейчас, конечно, еще можем отыграть, но это уже, блядь, ну я их, блядь, ненавижу, просто ненавижу нахуй эту игру, ненавижу нахуй этот мир, я ненавижу все, блядь. Так слиться, просто пиздец, блядь. Я не знаю, как сейчас, блядь, переигрывать Рика. Я не успел ни на таре сейчас нормально отыграть нихуя, просто потому что я, блядь, не играл весь бой, потому что я, сука, был в другой вкладке, играл бот. Или вообще не играл, не знаю, на месте стоял, блядь. Просто ненавижу, блядь. Я не знаю, как мне выкуривать Нани, как мне вообще играть против них, блядь. Это пиздец. Все, это пиздец. Если не сейчас так... Нет, за 7 секунд не, никак, никак. Сука, я ненавижу вас, блядь! Ненавижу, нахуй, пацаны! Ну что за хуйня, блядь? Ну как так можно, блядь? Надо просто, блядь, пойти и выиграть. Пойти и выиграть, блядь. Ну какого хуя? Короче, последняя попытка, блядь, я взял Амбер. Я не знаю, блядь, получится или нет, но это пиздец. У меня просто сгорело очко, я, блядь, ненавижу это все. Я сейчас пытаюсь успокоиться. Не знаю, как мы будем, блядь, играть, это пиздец. Сука, да. Я долбоёб, тупо слил, нахуй. Я хотел успеть забрать звезду и съебаться. Блять, в натуре, почему я Джанет не взял? Ну, блять, они уже дохнут, по флангам не стоят, нахуй. Охуенная игра. Ладно, я сдохну. Какого хуя вы сливаетесь, блять? Ну, хорош, он собрал. Сдохни, блядь. Ну ладно, я как бы сдохну, я двоих убил. Так. Давай, просто на Карле, надеюсь, он не сдохнет. Нормас, теперь мне нужно жить. Блядь, заебало. Тупая пизда на Джанет, просто... Блять, он меня... Ну, он должен сгореть, должен сгореть. Да, он сгорел. Так, у меня не осталось кэштов, это плохо. Но мы должны сейчас сейвиться, просто, блядь, жить. Саня не умер, блядь. Нахуй ты сдох. Даже дизлайк, блядь, поставить не могу. Ну,
Я в рот их ебал. Просто, блядь, пиздец. Я вас ненавижу, ребят. Просто вас ненавижу. В пизду. Я не буду тратить дальше покупки, блядь. Я вас ненавижу. Короче, сейчас я просто уже последнюю попытку просто возьму Джанет. Попробую, блядь, как-то на ней сыграть. Очень постараюсь. Потому что как бы осталась еще одна попытка. И я ебал тратить еще гемы. И так слил почти все гемы на всех аккаунтах. Очень обидно за гемы на молоке, за гемы на святе, за гемы на всем. Еще там святе на прошлое испытание еще дохуя слил. Короче, дизмораль, очень плохое настроение теперь на весь день, очень сильная дизмораль. Пацаны старались, я, конечно, респект им, но вот самое обидное, это была первая катка, потому что там должна была быть, блядь, победа. И так слить, это, ну, полный пиздец. И мы могли реально взять этот пляский спрей, просто если нам на первой катке чуть больше повезло. Так, и мне нужно меньше пиздеть. Да, я сдох. Так, все, закрываю рот и пытаюсь тащить. Я с рандомами пошел последнюю катку, как вы видели. Похилишься в другой жизни, блядь. Пидорас. Так, все, теперь мне нужно отхилиться и жить. Меняю фланг на левый. Блядь, ворон хорошо залетел, тупо на двоих, тварюка. Ну вот, что мне теперь сделать, блядь? Все, я сдох. Блядь, а так хорошо начали, просто отсос... Ну все, нет, ну это... Я и так думал, что скорее всего сейчас солью. Ну грустно, потому что, блядь, я хотел хотя бы спрей. Ну все, 40 секунд уже, блядь. Уже дезмораль пошла. Кроу у них зарешал, просто Кроу зарешал, пиздец. Ну как его законтрить? Никак, блядь. Не знаю, как к нему подобраться. Тик вообще не пытается нихуя мне помочь его убить. Ну, шотная пизда. Да, у меня не было ульты, но все, это ГГ. Ладно, всем спасибо, если кто-то смотрел этот бомбеж. Мне было дико неприятно, дико больно и обидно. Я не знаю, есть, конечно, сейчас желание потратить еще... На самом деле нет, уже все, в пизду. Это последние 9 гемов уже тратить не хочу абсолютно. Еще 9 покупок, но как бы осталось до конца испытания, блядь, 4 минуты. И это пиздец, просто, просто пиздец. Не получил от ебучий спрей. Не прошел испу. Отвратительно неприятно, минус нервы, блядь. Есть, конечно, еще обидно, что я проснулся в 8, но... Еще немножко решил доспать, доспать, потом позавтракал. И, короче, в итоге не хватило, как бы, времени вот на этот аккаунт. Ну, может быть, сейчас хотя бы давайте пару каток мы пройдем, если сейчас найдет игроков. Вряд ли кто-то сейчас... А, нет, таки кто-то играет первые. Уже у этих чуваков, которые тут играют, уже нет шансов пройти испу, просто потому что они стримят. Ну, так же, как и у меня, собственно. Ну, просто уже закончим. Хотя бы, блядь, победы в зачистке. Просто хотя бы одну-две катки выиграть уже было бы хорошо. Но это абсолютно бесполезно, конечно. Ну да. Еще и походу нихуя не выиграю. Так. А иди нахуй. Так, нужно отхилиться и захуярить их. Ну да, пытаться убежать от ракеты, это сильно, Свет. Блять, ну вот как, блять, кто меня толкнул? Каким образом? У Джесси нет никакой хуйни на отталкивание. Что это было, блять?
Охуенно. Ну, разменялся, но это тупой размен был абсолютно. Плюс у меня осталось гаджетов. Я просто уже настолько на нервах и на дезморале, что вообще уже не могу играть в это, блядь. Мне еще, блядь, силовую лигу проходить. На свете, блядь, в соло Тетлматик, поэтому мне будет очень сложно там набить победы. Мне нужно командную лигу играть. Это пиздец. Ну, на таком примере похуй, что он не прошел, потому что он не мой, но я все равно мог на нем, типа, я думал, что я на нем разыграюсь, а потом, короче, о, ну ладно, хотя победа. Я думал, я на нем разыграюсь, а потом пойду играть с пацанами, но опять же, типа, не хватило времени. Нихуя не меняем, идем, потому что как бы времени осталось на одну игру. И закончим с этим, блядь. Ну, сам виноват. Мне нужно было, когда проснулся, сразу пойти позавтракать, спуститься и играть этот аккаунт. После того, как я разыграюсь на этом аккаунте, пойти уже играть с пацанами. Но все равно не факт, что у меня бы так не сгорело и не было бы такой пиздец, который был. Угу. Заебись, пацаны играют. Уже сосут. Ну хорош. Не я их, конечно, убил, но я их туда загнал, поэтому все хорошо сыграно. И сам не сдох, главное, блядь. Но он, посмотрите, ну он, блядь, животное тупое. Ай, ну от Нани, да. От Нани не сбежал. Так, нужно одно попадание, потом я смогу залететь на гаджете. Блядь, пиздец, как классно. А, хуй там, да, конечно, хуй. На минус гаджет, просто минус гаджет. Потому что блядская пчела, блядь. Давай, давай, давай! Заебись. Ну все, это ГГ. Два старплеера. Хотя, стоп, может быть, сейчас еще один бой успею загрузиться. Нет, все. Время событий истекло. Ну, блядь, что ж. Такой видос. Очень дизмораль, очень плохое настроение, очень обидно. Здесь пацаны сильно обиделись на то, что я сказал, что я их ненавижу, но, блядь, просто... Я понимаю, что не они виноваты, на самом деле. Все окей. Но они тоже виноваты, мы все виноваты, но, типа, блядь. Если бы мы были на голосе, это было бы норм, но... А кто виноват, что они не могут на голосе? Они виноваты, что они не могут на голосе. Соответственно, большая часть вины на них. Но я пытался, да, но из-за нервов, если бы я, блядь, собрался, я лучше бы играл, если бы я не смог бы не нервничать, я бы сыграл бы лучше, возможно, мы бы выиграли эту катку первую, муж, который на пчеле был. Короче, похуй.